Итак, всем привет. Привет подписчикам моей группы ВКонтакте «Печка Щепотница». Ну и всем, кто будет смотреть это видео. Может, кому и сгодится. Давно собирался сделать это видео. Собственно, все по печкам. По печкам-щепотницам. Итак, самая простая, ну, в принципе, даже и надежная печечка. Вот, из простой банки. Вот эта банка из-под кофе. Тут без рекламы, все это замазал. Вот. Для рыболовов, для охотников, для грибников. Кто, не знаю, занимается отдыхом там, активным, неактивным там. Нет под рукой ни печки, ничего, ни каких-то крутых там из нержавейки. Вот. Но есть, к сожалению, везде помойки. Вот. Выбрасывают. Так что вот такая вот баночка из-под кофе. И не только, возможно, даже и там 700-граммовые есть из-под горошка, там вот они, даже большие банки из-под пива тоже подойдет. Значит, все просто, самая надежная и довольно рабочая конструкция. Вот, значит, отступается где-то порядка, видно здесь? Да, значит, от порядка 20 миллиметров от дна вырезается вот такое окошко. Вот, я уже вырезал. Вот оно, заготовка это. Значит, чтобы не терять времени. Простым ножом, то здесь только нужен нож. Все это сделать может простой ребенок. Вот, и начинаем, значит, делать отверстие. Вот так вот. Раз, два. Много не нужно часто. Ну, с шагом где-то сантиметра 3 по центру. Вот таким вот макаром. Также отступает одна где-то миллиметров 10. Вот. Попытаюсь я сейчас в этот файл, не прерывая, сразу ее и запустить, эту печку. То есть это будет сразу и изготовление, и первый тест. Показать то, что все это настолько просто. Вот. Можно использовать на отдыхе где-то там, на пляже или где-то на даче. Нужно вам разогреть пищу. Взяли банку. Вопрос решен. Так, вот я. Даже можно отсюда показать. Вот эти отверстия. Вот эти отверстия. Значит, два ряда с очередностью. Ну, можно просто параллельно гнать по два отверстия ножичком. Так, и дно. Значит, дно тоже делаем. Отступаем миллиметров 10. Вот. И вот таким макаром. Много особо не нужно, чтобы не прослабить конструкцию. Ну, давайте еще здесь сделаем. Вот. Слишком часто не нужно. Ну, где-то вот так примерно. Вот. И здесь поверху. Ну, в принципе, отступить можно где-то миллиметров 20 тоже. Вот. То же самое дело. Это тоже для протяжки. И сюда же можно будет потом вставлять... Ну, там, не знаю, пару кусков проволочки найти, если кружка ваша или что там у вас будет, будет больше, меньше диаметра. Хотя я там покажу другой способ, универсальный. Вот, в принципе, это нужно для воздушки. Ну, вот я так на скорую все это сделал. Вот. Так вот все смотрится. Отсюда топочка. Ну, топочка где-то миллиметров, ну, наверное, 60-70. Ширина тоже. Ну, то есть буквально это кому там как. Большую не нужно. Вот такую вот. Все, собственно, печка готова. Далее, при использовании розжиги ставишь что-нибудь под низ. Можно камешки там какие-то, два брусочка, там две веточки или что там. Вот таким вот типом. Там не видно? Вот. А ну, сейчас покажу.
вот что-нибудь вот такого плана. Вот. Можно 2-3 камешка положить. Вот. Сверху. А сверху тоже можно что-то положить или взять простых две полоски. Вот, разрезанных вот таким вот планом посередке. Вот, крестовинка получается. Вот, она ставится наверх. Или что-то другое придумать можно. Можно из такой же банки или из пивной вырезать там две полоски, там тут же сделать то же самое. То есть здесь буквально кто на что гораст. Того, что как сработает фантазия. Все, печка готова. Вот, сейчас мы ее будем запускать. Запускать не здесь, а вот там в коридорчик подготовим. Вот, сразу вот я здесь приготовил щепочек. Вот, пользоваться можно любыми. То есть и отсюда заталкивать, и два больших там спокойно влезут, там сук нашли, порубили, что там. Вот. Так, значит, секунду, я сейчас приготовлю. Это дело в один файл вместить. Это вот у меня с задержкой. Так, ничего не замок. Ну вот еще можно пару щепок взять. Это самая простая, самая надежная печечка, которую, собственно, делать не нужно. Снегопад какой на улице. День снегопад. Вон. Все, все замело. Все, поехали. Я уверен, что печка это рабочая 100%. Потому что я уже делал. И советую, знаю, что вот она сразу себя показывает тяги. Значит, когда разогреется, нижние подставочки можно убрать. Вот таким планом она работает. Котелок закипает. Ну, буквально там где-то минут 6, наверное. Вот так вот работает эта печечка. Слышите, тяга какая? Как паяльная лампа. Ну что, уложился я в 10 даже минут, где-то не знаю. Так что вот такой способ советую всем. Вот. В принципе, здесь сейчас низ можно убрать. Работать будет отлично. Вот. Я пробовал это, вот этим летом отдыхали в Крыму. В Коктебеле и на Меганоме я вот таким способом там грел чай. Вот, нашел банку и прекрасно было. Работает отлично. Советую. Никакой нержавейки, никаких там выкрутасов, ничего. Значит, по котелку, то можно просто ее чуть-чуть поджать, один край, чтобы она влезла, чуть-чуть поуже сделать, подмять. И она спокойно влазит в котелок. Или там... В общем, все это можно решить. Или банку поменьше. Работают, кстати, также и пивные банки, тоже работают, не хуже.
Так что всего доброго. Вот такой вот совет. Пользуйтесь. Это в преддверии весенне-летнего сезона. Думаю, это видео пригодится многим. Всего вам доброго. Счастливо.